Я сейчас в сарае нахожусь, вот наш боровочек. Я сдвинула вот эту перегородку в сторону. Странно, это так пыль, что ли, летает. Я посмотрела у других, то же самое на видео. Вот он у нас один остался, чтобы побольше места было. Убрала перегородку и сейчас дала ему... Я утром его покормила и сейчас дала ему немного вот сена бросила. Он кушает сено. Вот. Всем привет! У нас сегодня 15 февраля, суббота. У нас идет забой свиньи. Вот такая вот хорюнечка. Боров, конечно, больше. Но вот такая у нас свинья. Девочка. Вот мы ее решили все-таки зарезать, потому что она у нас плохо кушает. Вот так мы ее разделываем. Брала корм, вот, а вот сейчас ведро. Хочу сейчас пойти в баню помыть. И это варю я им там. И у нас еще хотела показать еще вот здесь вот нержавейки. Вот столько еще сала с мясом осталось. Вот еще никак это и руки, в общем, не дошли. Вот столько мяса еще переработать. Ну тут в основном сало. Вот я не знаю, или надо посолить его. Ну, в общем, или мы его посолим. Ну, в общем, посмотрим. Мы там еще уже посолили сало, брюшину, ребра посолили. И вот эта вот часть немножко вот в кастрюле у нас осталась. Здесь мало, но на улице так вроде бы ничего. Ну, мясо холодное, я вот трогаю. Ну, в общем, сейчас я управлюсь своими домашними делами. И это мясо, значит, тоже буду распределять. Или сало перетоплю. Ну, в общем, а то я боюсь пропадет, потому что на улице плюсовая температура. У нас плюс один. Вот, выпустила курочек. Курочки вот у меня гуляют. Снег у нас тает, и вот такая грязь, вот, в общем, наверх, подснежники, как говорят у нас. Всем привет, сегодня у нас 18 февраля, я хочу показать свои заготовочки. Мы зарезали свинью, вот, в общем, у меня тут полный морозильник. Здесь, значит, у меня фарш, вот это все я перекрутила, это все у меня в мешочках лежит фарш. Вот, и, значит, большой кусок мяса заморозила, такой неразделанный, вот, и, в общем, и здесь все полное, здесь тоже мы порезали на кусочки мяса готовое, я уже не буду, его так все сложила, вот, здесь на кусочки порезанное, там рюлька лежит, вот, тут тоже, вот это все наша хрюнечка. Вот, и тут у меня, здесь у меня маслы лежат, в общем, вот эта рюлька у меня, а все остальные косточки, вот это тоже рюлька, вот, а здесь такие маслы, на суп, на борщ, посмотрим, вот такие вот мы сделали заготовочки. Я вчера сварила, в общем, холодец. Это вот все пенку убирала, убирала, но все равно вот она на кастрюле вот так осталась. Вот, ну вот хочу снять вот этот жир. В общем, еще не разлила. В общем, только сварила. Здесь рюлька и косточки и мясо. Вот была полная кастрюля жижи, вот половина выкипела. Хочу убрать жир. В общем, ну, в общем, это буду делать холодец. Вот. Еще вчера, значит, я делала манты, приготовила. Вот такие вот мантышечки. Мы все съели, осталось вот один круг. Даже не один, уже половина. Мясо я резала кубиками, вот видно. Лук резала и мясо резала кубиками. Получились очень вкусные мантышечки. Такие сочные, хорошие. И еще я приготовила вот такой вот рулет. Это шкура от брюшины. Ну, в общем, вот такое мяско там. Я его разрезала. Вот. Он у меня лежал в холодильнике. Я его вытащила, вот, чтобы показать вам. Вот такой вот получился у меня рулет.
Вот рулет очень вкусный. Я его когда завернула, в общем, он мне ночь мариновался, в холодильнике лежал. И потом я его, значит, в духовку завернула, в кальку и в духовку. В духовке он у меня 200-220, сначала 200 было, потом 220 градусов. Вот, и, в общем, он у меня жарился 2 часа. Ну, вот. Вот такой холодец у меня получился. И здесь вот, застывает. Я его недавно поставила. Я забыла положить морковку варить в холодец. В общем, вот такой вот у меня получается. Я думаю, что он вкусный. Еще хотела показать. Я, значит, растопила сало внутреннее. У меня получилось вот 3 баночки. Но у меня еще там есть. Надо топить, в общем. Ну, на этом, наверное, все. Пока-пока.